Конечно, себя чувствую очень хорошо. Локомотив – это большой клуб с большой историей. И, конечно, считаю, большая честь прийти в такой клуб. И, конечно, буду стараться доказать снова, что являюсь хорошим игроком. И, конечно, чтобы болельщики Локомотива тоже были уверены, что они получили хорошего игрока, который будет биться за клуб. Клуб очень хороший всегда был. И, конечно, сейчас главный тренер Юлы Палыч. Палыч, конечно, это легенда российского футбола. И, конечно, буду рад с ним поработать. И эмоции самые положительные. И, надеюсь, все будет отлично. Расскажи, пожалуйста, о своих кондициях. Да, насколько известно, ты сейчас только по индивидуальной программе тренируешься. Да, к сожалению, я получил травму в последней игре прошлого сезона с Териком. И сейчас восстанавливаюсь. Себя чувствую уже намного лучше, но сейчас, я думаю, медицинский штаб Локомотива сейчас посмотрит, и я думаю, что недельку-две, и я надеюсь, что уже буду готов, и жду конкуренции, и жду шанса, чтобы конкурировать за место в основном составе и быть полезным клубу.